Такие пушечные удары анапских волейболисток отразить не просто сложно, а практически невозможно. Анапа вновь принимает первенство профсоюзов России по волейболу. Астрахань, Кисловодск, Челябинск, Мытищи. География охватывает всю Россию. В этом году на турнир приехали более 300 спортсменов. Уже после первого круга анапская команда выходит в число фаворитов турнира. Команда Анапа уверенно выступала в этом турнире. У них хорошо получилась подготовка. И все, они по младшему возрасту выиграли первое, третье место. По среднему возрасту, по 2005-му, выиграли второе место. Вот. Плюс они, девочки заняли второе место, это в среднем возрасте. Анапские волейболисты – одни из лучших в крае. Последние годы свое превосходство доказывают и на всероссийском уровне. По словам самих спортсменов, достигать высоких результатов помогают не только упорные тренировки, но и умение работать в команде. Старались изо всех сил. Команды достаточно сильные, потому что они съезжались изо всей России, чтобы играть, наигрываться, выигрывать соревнования. Но мы оказались сильнее за счет нашей наигранности, за счет того, что мы много ездим за соревнования. Это все, это команды дух, это главное, потому что поссориться на площадке – это очень плохо. И поэтому нужно поддерживать. В итоге анапчане заняли лидирующие позиции в 5 возрастных категориях. Однако противники в этот раз серьезные. Высокая конкуренция выявила и слабые места команды. Отметить хотелось бы, конечно, стабильность в общей игре. Но немного у нас не хватает игры на блоке, потому что ростовых данных особых нет. Вот надо поработать над блоком. Вот мы с Челябинском сейчас сыграли. Вот, и там чувствуется сразу, что мы не готовы к такой игре, какая у них. Быстрая, на сетке, блок нужен. Вот есть над чем поработать, во всяком случае. Хоть мы и играем сейчас как лидеры, но есть над чем работать. После этих соревнований у анапчан будет несколько месяцев для тщательной подготовки. Впереди первенство Краснодарского края по волейболу, которое пройдет уже этой осенью. Руслан Душевский, Анапа регион.